Так, вон она уточка полетела. Не знаю, не схватила. Так, сегодня снова я на море. Ну, как обычно, все красиво. Отцветы уже исчезли, но все равно красиво. И как бы уже там, можно такие слова, родное море. Смотрите, какие тучи. Такие низкие довольно-таки. И вот такие прям летят над лесом. Вон там тучки. Но, по-моему, они все-таки уходят вправо. Вот. Родное наше море. Там вчера я видел этих язычников. Вообще до сих пор не могу за это забыть. Не так часто такое увидишь. Язычников с мачете, занимающиеся какой-то странной алхимией у костра, создающими там, кидающими всякие соли и так далее, раскрашивающие костер и так далее. Это было вон там. То есть, как бы так, интересная тема. Он, кстати, мы сначала кинули по бабу, назвали его и кинули в костер, а потом они еще... Вот этот парень здоровый, который там, как я понял, за старшего был, он это подарил мне боб, сказал его посадить где-нибудь, чтобы там прорастало дерево, дуб где-то. Я не понял, что это связано с духами. Как я понял, где-то в потустороннем мире духов. Ну, то есть ты типа садишь здесь, и там тоже каким-то образом он у тебя начинает расти, твой дуб. Ладно. Сегодня тема в самом-то деле такая у меня поднакопилась здесь. Прям так поднакопилась. Тема сложная в самом-то деле, потому что вот вчера приключилась эта, ну как, история, или как это сказать-то, случай. Был я в Бердске, ехал, короче. И здесь, в окно маршрутки, я увидел нечто. Я увидел мужика без ноги, по колено, там культя. От колена немножко торчало. Причем культю было видно, он был в военной такой форме, без опознавательных знаков, без всего. Шел на костылях. Прям, ну я не знаю, мне как-то сразу стало понятно, что это участник спецоперации. Такой нормальный мужик, достаточно крепко сложенный, лет так 30-40. Нет, 40-50, наверное. Под 50, может быть. И мне прям, как сказать-то, как-то, во-первых, его стало очень жалко, я прям шокирован был этим увиденным. Потому что одно дело, что мы понимаем, что люди умирают наши на фронте. Но мы как бы, нам потери не показывают. Я уже объяснял, почему. Потому что общество, ну, как сказать-то, когда его обильно полили ядом вот этого вот либерализма, индивидуализма западного, оно там, где используется куча всяких методов там управления, манипуляции через соцсети и так далее, там это общество, оно сообщение о потерях могут на него подействовать слишком плохо. Вот, но это я так просто пытаюсь объяснить для себя хотя бы, почему у нас не рассказывают о наших потерях. Факт-то есть факт. Ну, в самом деле, не об этом речь в самом-то деле. Речь о том, что ехал я дальше, и в окно, потом в окно так сидел такой шокированный этим. То есть я вот увидел человека, а в Бердске забрали достаточно много народу. Ну, это небольшой городишко, там 80 тысяч. Спутник Новосибирска, и там много достаточно рабочего люда, так сказать, простых людей, которые там могут выпить там и так далее, более суровые. Но откуда прям
Мне просто рассказывали очевидцы, что оттуда прям автобусами забирали во время частичной мобилизации. Ну вот, возможно, вы понимаете, здесь какая этическая штука такая. Одно дело, когда люди идут там добровольцами, сознательно, рискуют жизнью, там, воюют. Другое дело, когда их забирают по частичной мобилизации. Вот. Я продолжу. Я ехал дальше. Ну, кстати, там довольно быстро гаснет сегодня постзакат. Я, в общем, ехал дальше, и здесь в окно я увидел хороший, какой-то крутой джип. Не помню, японский, что ли. Потому что сейчас они стали намного дороже, подержанные в том числе. И там такие, знаете, благополучные лица какие-то, молодые женщины, ну, как бы какой-то там, по-моему, тоже мужичок, что ли, сидел. Такие счастливые, радостные лица, на хорошем, как видно, с нормальным достатком живущие, не дующие в уст. И такой возникает когнитивный диссонанс, просто понимаете, что ну кто-то вот живет как и жил, отличной жизнью, а кто-то там умирает на фронте, там приезжает и ходит на каких-то костылях, обычных костылях. У меня вот идея такая вообще до этого возникала, что вот я не знаю, как это там работает, но по-хорошему вот со временем государство должно обеспечить всех людей, потерявших какие-то конечности или там, не знаю, органы, может быть, на спецоперации. Вот, не знаю, если бы я был бы человеком, принимающим решением, я бы такое решение сделал. Всех их необходимо обеспечить самыми лучшими инновационными протезами, понимаете? Человек там воевал за будущее вообще государства, за будущее нации, там. Потому что от того, чем закончится эта спецоперация, зависит будущее нашей нации. Так-то вот. Либо мы будем какими-то захудалыми, давайте не будем вспоминать, 90-е годы с огромной смертностью, алкоголизмом, с вырождением таким намечающимся нации. Либо мы будем более успешные, с кучей семей, с кучей детей, с будущим таким, с хорошим экономическим, политическим, с сильной армией и так далее. То есть сейчас как раз за это вообще воюют люди в спецоперации-то. За нас, за Россию, за меня в самом-то деле. То есть я это очень четко осознаю. И вот человек без ноги, человек потерял ногу. И такой... И вот люди другие. Просто, опять же, если сравнивать немножко, начинать. А сравнение, аналогии, это аналогии сравнения такой. Очень простые, но мощные методы, скажем так. И какой-то такой несложной аналитики, скажем так. Ну так вот, если сравнивать с Великой Отечественной войной, там погибло сколько у нас? 50? Ой, сколько у нас там миллионов-то погибло-то? Там, по-моему, цифры были 20 миллионов, потом что-то там еще насчитывали. В общем, огромное количество людей погибло. И как тогда люди жили? Они делали вообще, жили так, что, ну как сказать-то, впроголодь. Все для фронта, все для победы. И смотрим на ситуацию, которая сейчас. Мы опять воюем с западными какими-то нацистами, по сути. Потому что там ничем не чураются люди. То есть уже очевидно, там Украине все разрешают. Там убивать пленных и нацистские батальоны всякие. Вот все что угодно, нацизм разрешен, если он против России. Да, если что, там сейчас история начала как-то дополняться и просветляться. Там появились факты, что там, допустим, нацистскую Германию в начале ее восхождения поддерживали, вообще говоря, западные какие-то там круги экономические, ну и политические тоже, в самом-то деле. Поэтому снова мы воюем с этим Западом. Никто такого себе представить не мог. Буквально сколько лет назад, он, не знаю,
три года назад, никто не мог себе представить, что начнется такая заваруха. И как бы, а раньше, там, до 2014 года, никто не мог представить, что на такое пойдут украинские власти и пустят армию против народа в Донбассе. Вот реально все жестче, жестче и жестче идет вот это вот, какие-то вот постепенные какие-то вот эти шаги, которые вот реально надо уже останавливать. Сейчас вот много идет обсуждений по поводу того, почему в советское время западные элиты, ну вот эти вот пронацистские опять же, натовские и так далее, они были уверены, что СССР ответит большой ядерной дубинкой. А теперь они в это уже все слабже и слабже верят, что мы сможем ответить. Все меньше и меньше боятся. И идет эскалация все дальше и дальше. И уже ракеты эти там практически собираются передавать большой дальности для ударов по Москве, например, крылатые ракеты. А это вообще-то говорят, ну, говорят, что это не изменит хода спецоперации. Но понимаете, это будет ущерб имиджевый стране, нации, и это там опять же могут погибнуть люди, причем мирные. То есть и я вообще уже все копаю и копаю дальше, короче. Смысл-то в чем и мысль-то в чем? В том, что смотришь, возникает вот этот какой-то диссонанс какой-то вот когнитивный. Потому что вот Вторая мировая, люди не доедали, он работали, он, не знаю, без сна, без отдыха. Гибли там в Ленинграде в блокаде. И держались, и все для фронта, все для победы. А сейчас, ну, смотришь на довольные лица, как, короче, и там. Потому что вот нынче, вот, ну так вот, если посудить, все вот эти крутые автомобили, это вообще-то, так сказать, продукты шикарного, ну, шикарной экономики шика, так называемой. Вот, в частности, для России. Может быть, для где-то за границей, там, в Японии, в Америке, хороший джип будет там нормальной машиной, потому что там другая экономика и все немножко по-другому работает. А для нас, когда мы не производим таких хороших автомобилей, это уже является, по сути, почти экономикой шик, как-то так. Потому что, с другой стороны, конечно, понимаешь, ну, возможно, люди купили этот джип, допустим, еще до СВО, до вот этих санкций всяких драконовских, которыми сейчас пытаются задушить Россию. Поэтому у нас инфляция. Потому что не справляется вот это производство. Очень сильно сократились потоки там импорта из-за границы, и, соответственно, все стало дороже, логистика дороже, и у нас уже появилась хорошая инфляция, как результирующая. Это все такое, это происходит не одномоментно, это происходит за годы, в самом деле, за месяцы и годы. И поэтому, да, вот и люди теперь у нас этими культями ходят. Вот он ходит на каких-то простых костылях с культей. И как он живет, я не знаю, конечно. Я надеюсь, что какая-то поддержка у него семейная, может быть, есть у этого мужика. А есть люди, которые живут себе тут припеваючи. То есть, мне интересно, вот люди с большим достатком. Не, у меня-то нет большого достатка, прямо скажем, как бы. Скажем так. Ни автомобиля нет, я предпочитаю бегать, да, мне автомобиль не нужен. То есть, ничего такого шикарного у меня нет. Как бы, ну вот люди, у которых хороший большой достаток, я понимаю, что вот простые люди там в провинциях особенно, они там лучше к этому ко всему относятся, и они готовы там делиться. А вот люди, которые живут в шикарных, скажем так, гоняют на шикарных машинах там и так далее. Кстати, вот еще вот, по Бесогон ТВ Михалков, его, кстати, не любят либералы, так называемые. Ой, как не любят Михалкова, говорят, что он там, ну, как сказать, отрабатывает хлеб, или как это, ну, как это, скажем так, служит, скажем так, власть придержащим.
ну, то есть по-всячески там вот, обзывают, там, вот, как бы все зависит от того, вот, что ты будешь использовать, какие слова, понимаете? Можно одну мысль говорить немножко разными словами, и там могут появиться очень разные интерпретации, и очень негативные, в частности. Потому что, ну, а вы возьмите вот этих Пугачёва, Галкина и остальных вот этих предателей нации. Они кому служат, вот они-то? Они тоже же кому-то служат. Но почему-то либералы там молчат о них, ничего не говорят. Ну, как-то так. А зачем говорить? Правда же там может какая-то там глаза начать резать, в том числе и о себе. Ну, так вот, и, короче, по Бесогон ТВ показал Михалков, спасибо ему, там, видюху одну. Солдата в Уссурийске где-то, который туда, такой здоровый парень, такой мордатый. Ну, короче, сделал видео, короче, самоубийство, решил покончить жизнь, там, таблеток закупил. И перед этим сделал видео, его откачали, к счастью. А там он пожаловался, что он приехал, там у него руки, по-моему, нету. А его там в Уссурийске начала прессовать мафия ихняя, местная. Ну, где-то мафия, как это. Все равно там где-то в каких-то местах у нас остались. Он пошел в полицию, а полиция, короче, ему никакой защиты вообще не обеспечила от слова совсем. И что-то там такое сказали, что ты вот выйдешь, и мы тебя не защищаем. Ну, как-то вот так, понимаете? Человек там кровь проливал, потерял руку, а здесь с него там бабло трясут вообще. Вот. А он даже себя защитить-то не может, нормально, руки нету, понимаете? И что там происходит на местах, то есть... Смотришь такие видео, ну просто в шоке, какие отморози живут в России-то. И мафия вот эта, и система вот эта, которая, она не везде, конечно, но вот, пожалуйста, где-то вот в далеких местах она сохранилась, по-моему, с 90-х годов. То есть, как бы, когда полиция, она, я уже про полицию выпускал ролик о том, что полиция защищает общественный порядок, но... скажем так, и как производно от этого защищает жизнь человека. Так оно и есть. Вот, пожалуйста, в соответствии с этой идеей, это вот, пожалуйста. А этот человек заслуженный. Там, ветеран СВО, калека, потерявший руку. И что, его кто-то защищает, что ли? Не то, что ему протез не дают, его даже не могут защитить его от бандюганов каких-то. Нужна какая-то организация ветеранов СВО, которая бы занималась такими делами, причем имела бы хороший вес и в обществе, и в государстве, имела бы хорошие мощные фонды и мощное влияние, в том числе на политическую жизнь, чтобы бюрократы трясли, как эти, и в том числе полиции помогали, скажем так, следить, какие-то вещи делали, оказывали помощь ветеранам, попавшим в какие-то условия. Ну, не знаю просто. Ой-ой-ой, ничего себе, меня чуть не замочило. Это значит, пора заканчивать этот серьезный разговор с вами, Никодиле. Он такой вот, как бы, вообще про жизнь, про... из разряда как-то осознать, понять, что происходит, где мы находимся и вообще, как нам дальше жить. Потому что без осознания этого, не знаю, если у нас... хорошее будущее у нашего общества, у нашего государства, у нашей страны. Все, всем пока. Все.